Всех витаю, дорогие мои друзья. Молодежь нашу отправили гулять, а сами мы на хозяйстве. Сами с усами, да? Мама, дети! Пошли. Тут лед. Лед, да. Ой! Осторожно. Еще не хватало, чтобы ты упала. Осторожно. Ага. Мы идем за водичкой. Надо готовить смесь. Какой-то воде специальной. Не специальная, а просто в воде без газа. Без пузырей. Без пузырей, да. Ого, а сегодня холод у нас, минус 11. Поэтому мы с Евой долго не будем гулять. Пошли, здесь вот водичка у нас. Но мы не здесь. Пойдем сначала зайдем в кафе. Ева попьет какао. А потом пойдем в магазин и купим водички, да? Еще зайдем в цветочный магазин. Так, там лед, не надо туда ходить. Иди по нормальной дороге. Ева. Пошли. Ой, что-то даже от такого холодного воздуха я начинаю кашлять уже. А я нет. Ты я нет? Даже да? Так. Ага. Так, ртом не дышим носом. Я как только холодно, я начинаю заикаться, Ева. По два раза начинаю говорить. Вот кафе, пошли. Ик-ик, да. Это Ева так одевает маску. Одевай, видишь, нас не пустят туда. А потом уже, ну ладно, заходи так. Туда не пойдешь к продавщице. Посидишь рядом, ну сюда. Присаживайся сюда, направо. Не присаживайся, а я... Всех витаю. Я одела масочку. Пошла продавщица. Что ты будешь? А? Что будешь? Разговаривать-то можно. Можно разговаривать. Хорошо, я поняла. Все, давай. Пришли в кафе. Три шоколада и шоколад. Шоколад и шоколад. Шоколад и шоколад. Пришли в кафе. Взяли тортик. Называется три шоколада. Видите, они все три цвета. Один темно-коричневый. Ай. Ева, нельзя есть. Со стола не надо есть. Только с тарелки. На, руки вытри. Вот. Темный шоколад, светлый шоколад и белое. Желе, наверное, не знаю. Ну что, как тебе нравится? Это крем. А, это крем, да? Угу. Ну, вкусно? Угу. Угу. И вот какао нет, а горячий шоколад, да? Угу. Какао говорит. Пальцем горячее. Ну, хочешь, я тебе трубочку принесу? Давай. Угу. Давай. Видите, здесь такая зелень. Ева увидела крокодильчиков. Хочет солнце съесть. Да. Три крокодила хотят съесть солнышко. Да? Ну, крокодил. Нет, не хочет плавать. А хотят солнце съесть. Пойдет в море, сейчас будет там. Да. Солнце упало. Угу. Мы тоже с тобой долго не погуляем, потому что на улице холодно. Минус 11. Ого. Ощущается, наверное, до 19. Или ты не замерзла, пока мы сюда дошли? Нет? Ну ладно, кушай. У меня теплая куртка. Угу. Я пью горячий шоколад вместе с тортом. Ева выбирает яблоки. Вот эти можно? Можно, давай. Или нельзя? А, гнилые, да, нельзя. Лучше. Ева знает, какие нужно гнилая. Выбирать. Гнилая. Гнилая, да. Выбирай хорошенькую, чтобы не гнилую. Вот это нормальное, давай. Это не гнилое, давай сюда вот. Уже. Ну ладно, давай хорошее выбирай. Ты сейчас все яблоки протрешь варежками. Давай я тебе помогу. Это хорошее. Ну давай. Нет, видишь, вот это наоборот очень плохое. А это? Нормальное, давай.
Так, дальше. Как надо? Показывай. Вот так, надо потянуть уголочек. Вот, молодец. Видишь, вот треугольник, язычок вылез. Да-да-да, вот где язычок. Да-да-да, теперь вот, вот. И потяну. О, молодец. На, имбирь. Теперь будем взвешивать. Какая кнопка у нас? Так, 20-ю кнопку нам надо нажать. 20-ю? А вот это? Вот это. И сюда. О, молодец. Написано имбирь? Написано. Клей. Клей. Все, молодец. Я понесу. Давай. Моршинской водички здесь нет. Есть вот какая-то итальянская для детей. Говорит, не знаю, это она или не она. Сейчас спросим у Азиза с Настей. Ага. А Вероника так соберет все в рот. Посмотрите, сегодня минус 13. Понедельник. Холодрыга невозможная. А я раздета. Ой, в одной кофточке. Снег, снег, снег. А машины вообще застыли. Все. Все. Застыли. Там немножко двигается. Ой, вот такая холодрыга на улице. Доброе утро. Азиз, доброе утро. Горячие бутерброды. Идемте завтракать. Доброе утро. Ну что, гуляки, погуляли? Погуляли. Хорошо гульнули? Хорошо. А, пришли. Поздно ночью, 12 часов. Ну, детки хорошо себя вели. Прекрасно просто. О, Азиз, смотри, вот ты зефир такой просил. Да, зефир. По заказу. По заказу, да. Азиз говорит, вот это сильно сладкие, такие не берите, а вот такой вот взяли. Это уже то, что со вчерашнего дня, а это... Ну, вот так, горячие бутерброды, давайте. Карачай, карачай. Сейчас. Давайте. Передавай, Настя, Азизу. Так, а ты из какой чашки? С этой или из этой? Ага. Тебе полную или с уважением? Не, так хватит. Ага. А с уважением это хватит? По чуть-чуть, значит. Да. И вот вчера... Ходили в кафе, не доела Ева. Так, ну что, приятного нам аппетита. А Света здесь, Света, Света. Спасибо. Привет, доброе утро. Угу. Я иди садись чай. Я готовлю морковь, потому что сейчас Валера приедет, скажет, готова морковь. А она не готова. Сегодня приедет Валер. Ну, Света пьет зеленый чай, поэтому она не в нашей компании. А вы купили хлеб томатный, да? А? Томатный хлеб. Да, это Тамара с утра побежала уже в магазинчик, уже приготовила горячую пиццу, приготовила на томатном хлебе. Вот, пойду деток покажу еще. О, доброе утро, скажи зрителям. Ага, вела себя хорошо, вечером хорошо покушала, да? Ну, конечно, потому что ты вчера же хорошо покушал, поэтому и шарики смогла подуть. Правильно? Силы сколько у тебя? А ну, покажи зрителям, сколько у тебя мускулов появилось. Ух ты! Видите, зрители? Она вчера вечером хорошо покушала, поэтому у нее сегодня мускулы. А я уже и так привыкла ходить без автобуса. Да, ну еще сегодня позавтракаешь, вообще много силы будут у тебя. А тут кто? Проснулся. Тамара, привет. Привет, привет. Мы с Вероничкой всем шли. Вероничка. Всем.
февральский, зимний, привет! Снежный. Снежный. Сегодня снег. Вон, Вероничка тоже хорошо себя вела. Да. Она вообще не плачет. Да, она у нас колёсе. Хоть не плачет, не плачет совсем. Не плачешь ты совсем, да? Нет, видите, смотреть всегда в окно. В окно, да. А в окне вон пробки. Машины, пробки, да? Да, Вероничка. Да. Да. Да.